Док-станция и портативный аккумулятор в одном устройстве. В этом видео распакуем Interstep 10DQI, комплект поставки, портативный аккумулятор, док-станция, кабель зарядки Type-C, документация. Powerbank получил мягкий пластиковый корпус весом 230 грамм. Такой материал объясняется беспроводной зарядкой. Если бы он был металлический, то смог бы поцарапать ваше устройство. Площадка для беспроводной зарядки обозначена круглым контуром. Включайте аккумулятор, кладете на него умные часы, наушники или смартфон с беспроводной зарядкой, и ваш девайс заряжается. Также в комплекте идет док-станция для зарядки аккумулятора. Его можно зарядить и через порт Type-C на корпусе, но суть не в этом. Док-станция наклоняет Powerbank, чтобы вы могли заряжать смартфон без проводов и видеть все уведомления на его дисплее. В это же время будет заряжаться и Powerbank. Возвращаемся к корпусу аккумулятора. На левой грани клавиша включения, а на правой 4 светодиода для отображения оставшегося заряда. На нижней грани разместились порты. Обычный USB-A поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 и фирменные стандарты Samsung IFC и Huawei FCP. Он нужен для зарядки внешних устройств. Порт Type-C поддерживает быструю зарядку Power Delivery, чтобы быстро заряжать сам аккумулятор и внешние девайсы, совместимые с этим стандартом. Еще на нижней грани разместились контакты для док-станции. По емкости все стандартно. 10 000 мАч. Этого хватит, чтобы 1,5-3 раза зарядить смартфон. Что в итоге? Если вам не хватает док-станции на рабочем столе или вы не любите носить с собой провода, такая модель для вас. Также она подходит тем, кому важна скорость зарядки. Но учтите, что для быстрой зарядки все же нужен провод. We'll be right back.